Всем привет! Сегодня хочу показать, как обнулить интервал замены масла от Toyota Prius с 10 по 15 год. Вам нужно сначала нажать кнопочку старта, чтобы загорелась оранжевая. Вот, потом одновременно нажать кнопку майлы километры и кнопку старт еще раз. Идет шкала обнуления. Как только она закончилась, все, машина готова к работе. Интервал масла обнулен. Выключаем зажигание. Нажимаем тормоз. И запускаем машину. Теперь у вас ошибка не высвечивается. Интервал пробега масла обнулен. Всем удачи!